15-1 стройки, друзья, к нам сегодня приехала буровая машина. Добываем сегодня воду. Мы без дела тоже не сидим. Сегодня в кошаре прокинули 15 метров стропил. Пока на этом хватит. Завтра будем вторую сторону прокидывать. Ну а добытчики наши сегодня сломались. Пробурили 28 метров. До воды так не добурились. И машина у них сломалась. Но ребята обещают, через 2-3 дня отремонтируются. И продолжу добывать нам воду.